Фрянове прошел очередной областной конкурс вокального искусства «Алябьевский соловей». Композитор Александр Алябьев здесь жил, работал и творил свои великие мелодии. Вдохновило его на создание любимых нами произведений, в том числе знаменитого романса «Соловей. Живописная природа этого места». Областной конкурс вокального искусства «Алябьевский соловей» проходит во Фряново уже в 26-й раз. Сегодня мы встречаем гостей и участников конкурса из 25 городских округов Московской области. Сегодня представляют свои номинации участники народного и академического пения. Высокий уровень конкурса подтверждается тем, что в нем участвуют известные в нашем регионе творческие коллективы. На сцену выходил струнный квартет имени Александра Алябьева Московской областной филармонии. Для гостей и участников музыкального праздника устроили в парке танцы. Здесь же, в парке, были организованы мастер-классы, на которых мастера народного прикладного искусства учили изготавливать различные красивые поделки. Конкурс «Алябьевский соловей» шел сразу на нескольких площадках. В актовом зале Дома культуры жюри оценивало пение народных коллективов и их солистов. На конкурсе вокалисты в номинации «Академическое пение» выступали в зале историко-краеведческого музея усадьбы Фрянова. Лауреатов конкурса наградили дипломами и подарками. Вокалисты из нашего городского округа заняли несколько призовых мест в разных категориях. Среди них Игорь Бирюков из хора русской песни «Золотые купола», а также вокалисты из коллектива хор русской песни «Сударушка» и из ансамблей «Россияночка» и «Лира». Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.